Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас мы с вами вместе посмотрим обзор второго заказа из каталога Oriflame номер 4. Но сначала похвастаюсь, мне прислали лампу кольцевую, это называется кольцевой свет, кольцевая лампа от Oriflame. Я ее получила за участие в видеомарафоне, когда нужно было просто отснять свой первый бьюти-бокс с эмоциями, рассказать за что, как и когда. В течение, по-моему, одной минутки я записала короткое видео, выложила, и выбрали меня и еще два человека. То есть это было очень круто, потому что было 500 видеороликов, и когда выбирают твой ролик, это такая гордость и радость. Вот так вот выглядит лампа, сейчас я вам ее покажу. Такая штука очень удобна для того, чтобы делать классные фотографии, записывать видеоролики. То есть это для всех классно, кто развивает свой, например, блог в Инстаграм, ВКонтакте или в Ютубе, то вот такая лампа, она, конечно, просто необходима. У нас, конечно, тоже есть лампа, мы с ней и снимаем все свои видео, а это будет еще одна поменьше, кстати, тоже очень классно. Есть всякие переходники, и вот в той большой коробке лежит штатив, на который все это устанавливается. Лампа стоит на полу, направляется свет, регулируется, все вообще такая классная вещь. Я вам прям рекомендую, если вы поставили себе цель развивать свой канал или блог, то такая штука нужна для того, чтобы видео были более качественные, красивые. Людям нравится смотреть красивые ролики, поэтому нужно будет, конечно, вот тоже обзавестись такой классной штукой. Спасибо Oriflame за всякие акции, подарки. Я всегда с удовольствием участвую, и зачастую вот получается или выиграть, или просто получить по акции за выполненные условия. А сейчас переходим к моему заказу. Заказ не очень большой, 76 баллов, но прилетели, вот как будто был заговор, прилетели три заказа в понедельник днем, и я их просто сразу взяла и отправила, потому что думаю, ну зачем ждать еще, просто люди уже сегодня получат свою продукцию, и это классно, потому что люди всегда любят быстро получать свои заказы, не любят ждать, им надо здесь, сейчас, и чем быстрее, тем лучше. Вы же сами тоже такие, согласитесь? Я очень люблю тоже все быстро, чтобы получать. Итак, начнем смотреть, что в заказе. Здесь все под заказ. Краска для волос, угадайте какая? Та же самая, которой крашусь я сама. Кстати, сегодня сделала окрашивание и заказала клиентка, которая увидела у меня мой цвет волос и говорит: чем ты красишься, все время смотрю, у тебя такой цвет волос классный. Я открываю каталог, говорю: вот она. И она мне потом позвонила и ее заказала. То есть все в основном клиенты заказывают то, чем мы сами пользуемся. Естественно, нужно говорить им о том, чем мы пользуемся и что нам нравится, тогда будут заказы. Далее, набор станков и гель для бритья тоже под заказ. Кстати, мне станки не очень понравились, но клиент сказал: слушай, закажи все равно. А гель для бритья, он классный, он классный, у меня его очень любит дочка, и я его сама тоже периодически беру, но его тоже надолго так хватает, так что хороший продукт, рекомендую. Так, это, по-моему, со спецпредложения манговые крема для ног. Смотрите, какие они классные, они идут по акции во вкладыше каталога по выгодной цене, и клиентка заказала сразу три штуки. Я говорю: куда вам столько? Она говорит: да, что начинается лето, ты что, давай заказывай. Вот я заказала три крема. Так, далее крем для рук, тоже дачный вариант, это все той же клиентки, которая для ног заказала крема. Она говорит: ну дача же, и руки надо, и ноги все умазать. Это я разрекламировала спрей для тела и белья, очень классная штука. Очень бы хотелось, чтобы у нас в постоянной коллекции было несколько вариантов ароматов для белья, потому что это здорово, когда шкаф открываешь, а там душистые наволочки, да, вот это все постельное белье, полотенце, когда это все вкусно пахнет, мне очень нравится. И я его брызгаю на тело после душа, знаете, я так вот брызгаю и вхожу в это облачко, и капельки мельчайшие осаживаются на коже, и просто от тела такой нежный приятный аромат. Тоже классная штука, но мне кажется, это такая сезонная ситуационная коллекция, которую потом уберут, очень будет жалко, не хватает. Вот знаете, мне не хватает в Oriflame чего-то такого необычного для тела, вот для того, чтобы вот
например, какие-то обертывания там делать для тела, что-то такое необычное, масла всякие, муссы. Вот я бы хотела, чтобы такого было как можно больше, потому что у меня прям слюнки текут. Я была в бане недавно и выхожу из парилки, чувствую, такой аромат стоит вкусно, прям манго живым пахнет. Я говорю, девчонки, это что? Она говорит, да это у меня лосьон для тела. Я не знаю, какая-то там компания, даже не посмотрела, но пахнет классно. Вот не хватает такого, знаете, разнообразия. Было бы здорово, если бы его сделали. Несколько кусочков мыла. И я вам напоминаю, что мыло нужно заказывать парами. То есть 2, 2, 2, 2. Смотрите, сколько много мыла. Потому что сейчас идет оно по акции. Получилось 8 кусочков, все тоже под заказ. И я вам так скажу. Если, например, у вас клиентка делает приличный заказ, ну рублей на 500 и выше, то в заказ можно уже вложить кусочек мыла. Не делайте скидки, положите кусочек мыла. Вот попробует один раз наше мыло, сравнит его с магазинным и уже никогда не захочет идти в магазин, и будут по акциям ловить мыло и заказывать сразу по несколько кусочков. У меня есть клиентка, которая может взять сразу 20 кусков, понимаете, да? Мы редко встречаемся, я когда к ней еду, я беру все мыло, которое у меня есть в запасе, и она его все забирает, все абсолютно, подчистую. И она говорит, а мне оно так нравится, я даже, говорит, не представляю, что я сейчас пойду в магазин и куплю мыло. У меня, говорит, даже муж один раз, говорит, кто-то подарил кусок мыла, я ему положила, у них там разные эти мыльнички свои, и он сказал, а что это у меня за фигня? То есть даже мужчины понимают разницу. Если уж мужчины понимают, то сами подумайте, какое это классное мыло. Так, несколько мультиактивных бальзамов для губ, они действительно хорошие, у них правда маленький объем, то есть когда выбираете продукцию, смотрите, всегда написано вес, объем в граммах или в миллилитрах, чтобы не получилось так, что вы ждете там вот такую банку, а придет вот такая. Чем он хорош? Ну, сразу аромат, пахнет клубничкой. Второе, у него SPF 8, где-то должно быть написано, SPF 8, то есть защищает губы от негативного влияния солнышка, и он очень хорошо увлажняет, очень хорошо, при этом губки такие мягкие, поблескивают, очень симпатичны, и тоже из-за этого его любят. Клиенты часто у меня заказывают такие бальзамы, вот как видите, трое все заказали. Так, дальше. Это что? Это очищающее средство для лица. Это вот эта же клиентка. Помню, некоторых помню. Крем для лица, чайное дерево и лайм. Он такой легкий кремик, питательный, вкусненько пахнет. Я дочке такой беру. Я ей беру или алоэ, или чайное дерево, или вот с папай. Пока у нее кожа молоденькая, я ей беру такие. Кстати, я ей брала Optimals. Она говорит, мама, мне эти больше как-то нравятся. Я говорю, да прекрасно, они и дешевле, и для 20-летней кожи вполне достаточно. Так, дальше. Здесь база под тушь. Сейчас получится ее открыть, вот так покажу вам. В белой упаковке серии Giordani Gold. Эта база белая, то есть вы ее наносите на ресницы, и они становятся белые. То есть это как вот подложка под тушь, для того, чтобы тушь легче легла. Уже легла на базу, то есть сразу ресницы такие становятся прочесанные, распахнуты. Тушь просто обволакивает вот эту базу и становится очень-очень красиво. Не пугайтесь, у меня соседи делают ремонт и прям выселяют нас отсюда. И такой шум стоит периодически, даже не знаю, в какой момент видео снимать. Так, дальше. Это помада, которая идет в подарок тональной основе. Опять же, мы ходячая реклама. Вот я пришла к клиентке, она, даю каталог. Она мне говорит, а что там интересного? Что хорошего в каталоге? Я говорю, а вам тональная основа нужна? Я помню, что она заказывала еще, когда холодно было. Она говорит, да, слушай, заканчивается. Я говорю, покажу вам. Смотрите, у меня на лице. То есть я выхожу из дома, наношу на себя все новинки, чтобы вот сразу показывать, как это в деле. Я говорю, смотрите, вот этот тон, вот он у меня на лице. Рассказала, чем он мне нравится. И говорю, а еще в подарок идет помада. То есть выбираете тон, выбираете помаду. Она, кстати, заказала тот же самый оттенок тона, который я использую. То есть мы ходячая реклама, не забывайте об этом. И обязательно пользуйтесь всем сами. Так, дальше. Консилер.
консилер стойкий серии The One, я тоже таким пользуюсь, мне нравится его наносить вот в эту зону вот под глазки, когда бывает, что я не выспалась или у меня какой-то вот утомленный странный вид и я хочу освежить, я наношу его на носогубные складки. Сегодня, кстати, не делала его, а зачастую вообще-то делаю, но мне кажется, эта тональная основа, она сама по себе делает лицо более свежим и сияющим, поэтому я даже не вспомнила про консилер. То есть я наношу на все места, которые я хочу вытянуть или высветлить, то есть он классно прям вытягивает кожу и она выравнивается, и личико становится все такое ровненькое, моложавое, симпатичное, очень даже рекомендую. Он тоже по хорошей акции в этом каталоге. Ну и все, и здесь вот каталог прислали и так далее, там бумажки какие-то, вот такой заказик, все для клиентов. Кстати, такое бывает крайне редко, что я в заказ не включу что-то для себя, обычно вот все время еще что-то себе, но в этот раз, видите, так получилось, что я даже не успела опомниться, быстро отправила заказ, и вот 76 баллов от трех людей, очень даже классно. Поэтому если вы думаете, что заказы собирать сложно, то я вам рекомендую просто начать это делать, общайтесь с людьми, показывайте каталоги, делитесь своими впечатлениями, показывайте, как это на вас все выглядит, там лак новый накрасила, стрелочки, тушью реснички, новыми тенями, то есть все, что вы себе берете для себя, для личного пользования, берите все с собой. Во-первых, на себя наносите и с собой, чтобы еще они могли это потестировать. Тогда будет супер классный результат. Договорились? Я вам всем желаю успехов. Каталог еще у нас идет полным ходом, еще только серединка каталога. Я вам желаю много-много новых клиентов, классных заказов, участвуйте во всех акциях, видите, я живой пример, что в акциях надо участвовать и можно выигрывать, даже когда кажется, что вау, наверное, нет, невозможно, все возможно. Я вам желаю всем успехов, и если есть вопросы или какие-то личные отзывы, пишите в комментариях, потому что я знаю, что многие читают комментарии, и это помогает другим людям тоже правильно делать выбор продукции. Спасибо вам за внимание, до новых встреч, пока-пока.